к 90-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Добрый вечер, уважаемые зрители. В сегодняшней передаче мы хотим почтить память великого Леонарда Бернстайна. Именно сегодня исполняется 90 лет со дня его рождения. Леонард Бернстайн един в 5 лицах. Он блистательный композитор, дирижер, пианист, педагог и музыкальный просветитель, популяризатор музыки. Во всех действительно этих ипостасях он велик и достиг необычайных высот. В его дирижерской карьере, я думаю, определяющей была встреча с русским дирижером и контрабасистом Сергеем, или как его называли в Америке, Сержем Кусевицким, который передал многие секреты мастерства своему молодому коллеге. Ну и, как известно, Бернстайну помог случай. Он нередко помогает тем, кто того заслуживает. Когда он был зачислен ассистентом дирижера в Нью-Йоркский филармонический оркестр, то внезапно заболел прославленный маэстро Бруно Вальтер, и молодому ассистенту, а Бернстайну тогда было всего 25 лет, доверили продирижировать концертом. Он провел бессонную ночь над партитурами и был совершенно великолепен на сцене Карнеги-Холл, а концерт, к тому же, еще и транслировался по радио на всю Америку. И с этого началась уже, что называется, мировая карьера Леонарда Бернстайна. Он не делал принципиального различия между так называемой серьезной музыкой и так называемой развлекательной. Он это подчеркивал не раз, кстати, и в своих беседах, лекциях, которыми предварял концерты, а затем, благодаря радио и телевидению, расширил свою аудиторию. Из этих выступлений, можно сказать, музыкальных проповедей Бернстайна сложились потом его книги с весьма красноречивыми названиями «Радость музыки», «The Joy of Music», или «Бесконечное разнообразие музыки», или вот у меня в руках русское издание его книги «Концерты для молодежи». Он придавал особенное значение для музыкального воспитания молодежи и говорил с молодежью абсолютно таким доступным языком, без всякого снобизма. А ведь здесь, что ему замечательно удавалось, надо было проплыть, что называется, между Сциллой унылого и отталкивающего профессионализма и Харибдой легковесности, поверхностности. Но это ему всегда удавалось. Что касается композиторского наследия Бернстайна, то оно весьма обширно. Его могли вдохновлять и высокие философские идеи, как то было уже в его первой симфонии, на библейский сюжет «Иеремия», или в мюзикле «Кандид» по Вольтеру, или в «Кадише», где использованы древнееврейские мотивы. Но также его могли вдохновлять и просто желание помочь слушателю приятно провести время, доставить удовольствие. И из синтеза вот самых разных стилей музыки, разных жанров, и рождались многие шедевры Бернстайна, главным из которых, наверное, стал мюзикл «Вестсайдская история». Приятно, конечно же, вспомнить, что Бернстайн приезжал в нашу страну. Это случилось дважды, в 1959 году и в год его 70-летия, и, увы, всего за 2 года до его кончины, в 1988. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию запись концерта, сделанного в 1976 году. Здесь объединены имена 2 американских гениев, родители которых были выходцами из России. Это Леонард Бернстайн, который предстанет тут и в качестве дирижера, и в качестве солиста, пианиста, и Джордж Гершвин. Прозвучит «Rhapsody in Blue» Гершвина, это сочинение 1924 года. Название переводят по-русски по-разному. «Рапсодия в блюзовых тонах», «Голубая рапсодия». Я думаю, по духу, точнее всего, было бы «Меланхолическая рапсодия». Ну и затем «Сюита американец в Париже», сочинение 1928 года, навеянное воспоминаниями о пребывании Гершвина во Франции. Призывал Бернстайн слушать новыми ушами,
Давайте и мы вот именно так послушаем эту музыку и получим то удовольствие, которое, как считал Бернстайн, всегда должны испытывать слушатели музыки. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.